И вроде бы запись идет. И всем привет, меня зовут Макс Риск. Игра Последний рыцарь в Майнкрафте. Давайте приступим. Лайк, подпишись на канал, посмотрим, как все будет происходить. Мне очень интересно, продолжение какое. Ну, мы захват по-любому. Захват вот. Захваты, да? Да, вроде бы я тут проснул. А, да, кстати, да. Уже тут ночь. Че, давай сначала нет. Ну, мы уж ушли. Кстати, да, нам дали еще предметы, мы стали алмазниками. В общем-то, продолжаем. Ой, блин, а здесь что? Необычно еду. Так, опять что? Да, можно сделать пшено, да, как говорится, верстак. Ну, можно скрафтить. То есть есть у нас есть чего. Окей. А, да, доброе утро. Так, как нас? Ну, окей. Так, блин, я не могу ходить по-бырому. У нас все растет. Давай что скрафтим. Ну, мы типа того стали очень хорошими. А, у нас уже два верстака. На один здесь как бы. А ну-ка. Просто вот так мы с ними меняем. Так будет слабо. Ну, сейчас все мое королевство, в принципе, да? Наверное. Как думаете, мы захватим? Кстати, там еще мы не проверяли, что там происходит. Очень интересно. Осталось. Пиши комментарий, какой ты хочешь сериал. И посмотрим, сколько вас. А потом будем продолжать. Так. Еще можно продать, в принципе. Да, можно еще продать. Ссылка за закреплен комментарий на социальной сети, также на запасные каналы, в вкладках каналы. Это тоже очень важно, в принципе. Ой, блин, я прям. Так, давай. Тренироваться с кем-то, с воином хорошим. А, у меня уже нет раундов, я самый алмазник в этом мире. У меня еще не будет раундов. Ладно, поговорим насчет там. Карты, захват, там, черная пантера вообще. А эти девушки тоже на нас как-то не нападали, конечно. Но чувствую, что они в скором времени нападут, это они вообще опасны. Пошли. Можно сделать пару хлебов. Жаль, что хлеба столько нельзя продать, да? Да, зачем продавать, в принципе, сколько нам денег? В принципе, могу так себе как-то быть. Все в этом духе. А с ним договариваться не будем, потому что думаю, хватит уже. В принципе. 30. Нормально, полстак. Семена продать кому-то. Ух ты, ты еще может подзаработать. Офигенно, блин. Так, ко мне решил, а? Что-то я не понял. Давай разберемся. Давай, иди сюда. Выходи. Шо, прям скин тактика. Давай. Так мы воюем или как? О, что-то выбило. Кстати, вы хорошие напарники, вы что-то даете нам. Лук дал класс. Хочется сражаться. А, конь. С кином, блин. Нет, такого коня не хотел бы в жизни играть. Тут только киркан. О, друзья, я. А, так у меня есть суперкиркан.
Так, стоп, я же быстро. Понятно. Ладно. Тихо, город мой, да. Так, что ж тогда делать? Вот, дай пройти, дай, блин. Сейчас я тебя врублю. Бэм, бэм, ой. Смотри. Не знаю, чем тут заняться, слушайте. Нужно тут реально с кем там играть. А то одному скучно. Кто хочет со мной, пишите в комментарии, как же сыграть. Может, в севере каком-то? Помню, ты нам даешь что-то такое немножко. Этих мальчиков. Может, давайте пойдем обратно, захватим? Поговорить нужно, да? Чувак, привет. Нет, не хочет. Так, вот, давай спросим. Подремся, а? А то я давно не тренировался сегодня. Эй, помните, как вы меня обижали? Помните первую серию? Там вообще, наверное, было шикарно, они ставятся серия-то очень долгой. Тих-тих-тих, я не к вам, я к нему еще хочу. Ценем. Так, третий, четвертый. Начинаем. С мечом алмаз. Ну, в принципе, могу купить, добыть, поэтому нормально. Нападайте, четвером, давайте, без золотых яблок. Я знаю, теперь понял. Потому что это чистый способ, я уже понимаю. Не, ну, в принципе, я стал прочнее, вы знаете, да? Ну, без щита. Как-то, о, минус один. Потому что варлоку делать. Минус ты сейчас будешь. Как должен быть уже минусом. А где один последний? Он обратно туда заскочил, не? Где он? Ой, как ты его вырубил. Так, эй, вы там. Ну что там у нас новость в Киеве? Я готов уже пойти в поле боя. Потому что 100 лет, блин, ждал. Так, новости, новости происходят. Черные медузы захватывают, зеленые на нас снова нападают. А вы не сдрали. Не, давайте как-то мы пойдем сюда, захватим, да? Наш флаг захвачен, нужно только пойти разобраться с ними. Они все с ордой сюда, снова в велозону, скоро будет. Снова в велозону, подготовиться нужно. Ну окей, я пойду. Дайте только денег и пару материалов. Интересненько, пару воинов взять с собой, да, думаю, не важно. Мы там только будем строить, по-моему, зачем брать бы. Знаешь, у меня будут стаки. Это отличный новый. Все, в принципе, нам хватает пару сундучков. Пару верстак. Вот это был, блин, щедрый. Так, вот еще. Ну, что-то дали, что-то дали. Ну что ж, пошел я тренироваться, потом пойду по-бырому, да? А, интересно. Они же говорили, я же говорю, что они сильные, между прочим. Минус. Ну, какие-то слабые, честно. Почему там самые сильные, а тут самые слабые? Я все понимаю, в чем дело. Как ты, блин, в жизни делаешь так, а? У меня тут топор. Ладно. Пошли тем с конем, конечно, желательно. Ну, мне дали копейки только, вот, мог подзаработать только, чтобы коня, блин, купить, а? Ладно. Сегодня мой день, пацаны. Самые, блин, такие сильные. Факел, какие здесь? А, вот 8 штук. Так, 16 лёта, пару яблок и... Ещё нужно сиди и село купить, если получится. Ну ладно, пешком пойдём. Ладно, то что такое. Привет, блин. Снова ударом. Может, давайте к пиратскому кораблю? Мне очень интересно. Эй, чувак, что мне стоишь, блин? Пройти, дай, блин. Кстати, ты прочный, у тебя 3 удара. А других, блин, пехота 2 удара и все. А этим, блин, солдатов пару раз. 7-8 ударов. Капец, блин. Вот, мне очень интересно пойти туда, вот. Прям ниндзя как. Очень интересно. Я так посмотрю лишь бы. Не знаю, мне выгнать или не выгнать. Посмотрят и не посмотрят. Но это вообще, наверное, опасно. Знаете, есть она, или что происходит, не понял, что тут такое. Ну, знаете, как хоть войти, да? Нет, а,
ставлю. Такое. Я ничего, блин, не вижу. Ой, я собрал кучу. Пройти. Я, блин, вы сломали дверь, рили вы сломали, я сломал. Думаю, ты кто такой? Ваш спаситель, блин. Что происходит? Один какой-то за бортом. Что это такое? Где я нахожусь? Ой, ё-моё, у меня тоже есть такая карта. А где корабль? По-моему, он там. Его даже не видно, блин, нормально. Так, я потерялся. И кружлялками, блин. Что это такое? Пиратский корабль? Интересно, кто такой пират? Это вы здесь живете? Не видно. Понял. Пройти. За что там? В общем, корабль захвачен. Новая серия по кораблю. Я понял. Корабль захвачен пиратом. Будет пиратская еще битва. Шикарно. Может, выскочить наверх? Посмотрю потом вам дорчик, потом будет что делать, по-моему. О, у меня ничего тут нету. Интересно, интересно. Вау. Кого спасти? Что это такое? Склад? В общем-то, будем разбираться, да? Собираете это все. Вот оно. Разбираться будем. Ну что, до встречи, посмотрим, сколько лайков наберем. Потом пойдем. Всем удачи, пока.